нужно молиться. Какой смысл нашей молитвы? Ведь Всевышний знает прекрасно, что мне нужно. Он знает, что мне нужно в области здоровья, заработок, благополучия, удачи. Зачем просить каждый день снова: «Помоги мне в этом, помоги мне в этом». Представьте себя, ребенок, который каждое утро должен просить у мамы: «Мама, пожалуйста, корми мне завтрак, дай мне кашу, купи мне одежду». Что мама лучше знает, что ему нужно, и она все делает с удовольствием. Она не ждет, пока ребенок просит. Тем более Всевышний, он точно знает, что нам нужно. Тогда зачем просить снова, молиться утром, днем, вечером? На самом деле молитва не нужна ему, нужна нам. Прежде всего, это понимание, что у нас есть Всевышний, который поможет нам во всех наших делах. Это уже много. И когда мы получаем эту помощь, нужно признать, откуда мы это получали. И поэтому молитва начинается с благодарности. Признание, то, что мы понимаем, насколько уже Бог нам помогает. То, что дает нам зрение, возможности выступать, возможности что-то делать, здоровье, семья. Много чего, то, что у нас есть, нужно каждый день сказать спасибо. Но на самом деле еще важнее, это то, что во время молитвы мы получаем уверенность, что да, Бог нам поможет. Если рядом с нами Всевышний, понятно, что все решается. И эта уверенность – это уже источник благословения. Когда человек получает это новое силы, понимание, что да, все будет хорошо, это уже причина, это источник нового благословения, что все действительно станет на месте. Все будет лучше. Почему? Потому что мы верим в Бога. Поэтому в нашей молитве есть благодарность, просьба для того, чтобы мы потом вспомнили, откуда мы все это получили. Но самое главное – это соединение. Мы соединяемся со Всевышним. Это есть слово молитвы на иврите. Связь с Богом. Для того, чтобы получить уже от Него особое благословение. Да, Всевышний прекрасно знает, что нам нужно. Но знаем ли мы, что все, что у нас есть, это от Всевышнего? Когда мы это поймем, тогда уже мы стали сосудом. Мы уже создали почву, чтобы получить еще больше благословения. Наша уверенность – это то, что приносит нам уже благословение от Всевышнего. И тогда уже Бог помогает нам во всем. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.